Я говорил, там было расстреляно, по-моему, то ли 5 человек, то ли 5 семей, в том числе, значит, муж и жена Толпала. И они были убиты местными жителями. Some fall in love with my sister, and he was thinking that she's the best, the nicest woman. She was really a very nice person, very quiet, very delicate. Well, she's gone. I really don't know where my sister were. In Yedin, in Chepeliuz. No, she wasn't Chepeliuz. She was killed in Chepeliuz. Both of them. Значит, село Чепелеуца жило около 77 семей евреев. В 1941 году евреи занимались ремеслами разными. And some of them had their stores. There was a group. Группа людей, которые и они во время трое людей во главе с Дмитрием Гонца, отправились из села к этой дороге, там проходили войска, румынские немецкие войска. И сказали немецкому офицеру, что в селе находится много евреев. Немецкий офицер сказал, нас это не интересует. Вот сзади нас идут румынские части. Вы поговорите с начальством оттуда. Они подождали, пока подошла колонна румынских военных. Нужно их арестовать или что с ними делать? Только этих людей уехали на повозке дальше. И вытащили их, где они прятались, из какого-то, и вместе с Кистругой хотели его всех вели на расстрел. They were taking all of them to a shooting place. It was a very short marriage. Husband and wife were taken to here and killed. Where? Yeah. Here? Yeah. Oh, за забором. So here behind this. And who fence. Killed them? What are the name of the people who killed them? Dmitry Gonco and Timofey Nemirenko. They were killed in June. Just in the June, maybe in the beginning of July, something like this. What year? 1941. And Tolpulars are buried here. So there are no graves, no graves. Нет могил.